В области увеличивают число коек для пациентов с коронавирусом по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Кроме того, возвращается к работе временный госпиталь на базе парка «Патриот». С 13 до 20 июня в транспорте, магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо носить маску. Использование СИЗов обязательно и на рабочих местах. Исключение только для переболевших или прошедших вакцинацию. Медикаментов и защитных средств в регионе достаточно, а койки создаются, чтобы сохранить возможность оказания плановой помощи, пояснил Андрей Воробьев.